Вот, играйте в слугу, резайтесь. Дай добрать рейд, там разберемся. Вы то брать палом не хотите, то станчить некому. Типа палов много сначала было. Ну так вот, он спекнется сейчас. Вот, уже спекнулся. Ну, у меня два паладина, типа, то не проблема, протопал. Сейчас большой придет. Идемте сюда налево быстренько. Рейд весь за мной. Идите быстро. Кто там сзади? Кал. Оксанка, подтягиваемся сюда. Сейчас стоим. Мы ждем большого. Убьем большого, потом убьем остальных. Оп, на пол на меня. Играйте в этого. Пускай, в принципе, будет еще и демон лока один слот доберем, да и все. По крайней мере, он с гильдии лучше, чем взять пуга какого-то, чтобы вас бешмотку унес куда-то на непонятном направлении. Лучше пускай будет с гильдии. В натуре человек, чем... Там аккуратно на пульте трэш на Вольдов, потому что я попутно забираю. Вот. Я пока био АФК схожу. Хорошо, давай, я там... Пожалуйста. Вот это мой Варвольд на бот, Воля, скорее всего. Ну так вот, заберет Варвольд. Ну, хорошо, держит своего соединяется. Посмотрим, может и нужна. Ну да, я все равно буду ролить на Frost ДК, мне нужна воля там. Да ну, нужен шмот. Ну, блядь, так бегаю, вот ешь тебе нужна. Этому никому не нужна. Да мне без разницы, я могу взять тебя Фантом, в принципе, если этот пойдет, можешь пойти Фантом. Я там не претендую. Аккуратно, не сагрите остальной трэш. Аккуратненько, да, пожалуйста. Да, просто у меня там тоже по РТК бы не буду, соки на хренте. У меня осталось там 4 шмотки выпуска. Вот. Не откидывайте, пожалуйста, вот этими тайфунами, чтобы не сагрить с другой стороны трэш, пожалуйста, ребят. Играйте аккуратненько. Дайте РК этому Эльдину. Леро. Да играйте ледяных вот этих, а то вы как-то непонятно бьете. Бьете паука снизу. Все, добивайте. Бля. Еще не оттуда сагрили нахуй. Ну вот нахуя. Слава, давай косячник бери тазикса. Здорово, запад. Аккуратно, дам войско. Дам войско. Сыграйте слуг, пожалуйста. Слуги, они идут, больше всего нам дедина делают. Вот, еще один слуга, я их на сиаса беру. Играйте в слуг, звездочка. Через них. Не срывайте агро. Играйте звездочку печеньку. Ебать ты колотишь нахуй. Второго багажника не остатите. Ну видишь сколько трэша, должен колотить, на ком там моб.
Все, ждите, ждите, ждите. Слышишь, Войт, пойди демоном, окей? Славик. Поднимаешь демоном нам? Славик. Ну, там я, ну, я взял бы протопала с гильдии. И был бы фулл рейд просто. Ну, я не знаю, смотри сам там, как хочешь. Ну, было бы хорошо, если бы ты зашел демоном. Киньте фридом, пожалуйста. Играйте в большого, не лезьте там, не разбегайтесь по этой комнате. Играйте в большого чисто, аккуратно. Вот, киньте фридом опять на меня. Играйте в моба. Вот, а что тебе надо, протопал, слышишь? Славик. Наручи с ребра. И все? Так слышишь, давай убьешь ребро паладином с нами, а этот самый, а потом пойдешь на демона, хорошо? Там, Славик, пойдем завтра сходишь в полом. Все нормально. Хорошо, Славик? Давай. Славик, давай завтра сходишь в полом. Не знаю, буду завтра. Ну то постарайся. Ну что, мне тоже надо сходить, бог. Славик, сейчас, тихо. Вы, Славик, спикнись пока в ретрика, запилите шкаф, этого босса убьем без демона. Никаких курим, все, уже ставим шкаф, сумоним рейд. Уже все, фулл рейд, ставьте шкаф. Сумоньте, ребят. Так, там после ребра зайдешь, хорошо? Вот, отлично. Веселочка, идешь протопалом. Че, все здесь? Так, да, сумоньте. Так. Секундочку. Сейчас я релогнусь по-быстрому. Разбафывайте рейд пока что. Вот так вот. Веселочка бафает каски, кал кресты, счастливый кулак. Ну, кулаки бафает, и пиздец. Нафиг, можешь ничего не бафать. Ну разберитесь между собой, паладины, но чтобы я вас за бафы не просил там по 10 раз. Сейчас я захожу. Кристал. Каску еще. Так, все, тихо. Сейчас, там Войд, ничего не бафаешь. Арт Вейдер на пул на меня даешь. Давайте чекаем бафы, чекаем на пул. Чего не хочешь? Виталий Кун. Готов, она... готов, поехали, все. Что? Я готов. Все, все готовы, начинаем, ребята, пул. На пол на ДК бурпи. Вот.
Смотрим, шипы милики, залили шипы быстренько. И смотрите, сейчас опять будут шипы. Паладин, беги вправо уже. Протопал, беги вправо, быстренько. Хан, подойдешь к рейду, понял? На вихре. Когда будет начнется вихрь, пойдешь в рейд. Все, хан к рейду, быстренько. Рейд не разбегается. Рейд, стойте кучнее, милики, заливайте шип. Вот. Выходите из луж. Протопал, выходи тоже из лужи. Ты, ну, ты танк, но ты не бессмертный. ДЦ приз, как ты? Гимн на хп дайте. Гимн на хп любой приз. Этот самый. Дай, пожалуйста, этот самый. Я подниму, я подниму. Да, 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 давай, поднимай его. Дай сакру. Куда ты прибежал? Ты видишь, что ты сделал? Ну, сколько луж в рейде? Не беги раньше команды, я тебе скажу, когда бежать ко мне нужно. Отойдите с-под клива, шипе присты. Захиливайте рейд. Зачем ты бежишь ко мне? Вот этот веселочка, не делай ничего без... Не стойте в лужах, ребята, у нас, блин, пол рейда умерло. Захиливайте меня. Веселочку, РДД, разбить РДД протопала шипа очень быстро. Шипы за уещи, миллизона. Так, я отбегу. Да, дайте им на хп пристыл, кого остались. Вы выходите из луж. Стойте кучно в центре. Не разбегайтесь. Добивайте, все отлично. Блин, я лут не поставил. Отказывайтесь от лута. Отказывайтесь, я возьму на себя. Кто может начислять ЕПГП? Парни. Ресните тех, кто попадал. Будет. С этого писать я не могу, у меня нету здесь рейда, видео. Вот, ты лока можешь начислять и ПГП, да? Этот присточек, дай обмен. Клоута, поставь пока шкаф. Здесь сейчас, у портала. Так, этот самый. Сейчас вот зайдет демон нам. У кого ДКшки из спек танка есть? ВВ. Вон, этот РС спекнися. Хорошо, до этого хватит. Этот самый веселочка начинай, пуляй. На пул на веселочку дайте. Играйте аккуратно, ребята. Кто сейчас будет умирать, косячить на леди, взрывать духов. Этот самый, вы получите ГП. Там вот сейчас будет начислять. Каждому. Ну пускай плюс у него. Я же не вижу. Я танчу трэш, у меня некогда там искать. Проклятие. Чем быстрее его здесь падет, тем больше. Да, этих проклятий не будет, потому что будут они быстро убивать трэш. Если не будут быстро убивать трэш, будут получать ГП. Если трэш перетворится хоть на одного скелета, все РДД милики получите, блядь, по 200 ГП. Так, чтобы у вас был стимул бить, короче.
Я истерию коту кидаю, если что. Вот так, хорошо. Вот с нами. Сейчас я релогнусь, а то я опять... У меня какой-то прикол багается. Фреймрейт. Дайте, пожалуйста, 300 баф. Или рыбу, если можно. Да, сейчас будет 300 баф, рыба. Да, обновите бафы по всем, потому что там падало пол рейда на ребре. Потому что протопал там бегает непонятно как. Но это не проблема, сейчас все будет хорошо. Паладины, кто не сольет каплю и умрете во время контроля, вы получите ГП. Кто взорвет духа, получит ГП. Если возле кого-то взорвут духа и умрет он, вы тоже получите ГП, потому что вы не набрали рейндж от этого человека. Наберите рейндж 12 метров друг от друга на второй фазе. Вот, там этот самый ДК танк, смотри, старайся держать босса в центре, чтобы рейд стал по кругу и заливали. Вот. Ты мне говоришь? Да. Это первый я буду ловить. Первый на пул на бурпе. Этот Арт Вейдер. Я знаю, у тебя проблема с напулами. Арт Вейдер первый на пул на бурпе, потом на арей. Понятно? Так, чек на баф и чек на пул. Виталий Кун, чего не хватает? Ребята, если трэш живой, смотрите, объясняю еще одно. Если трэш живой, вы играете в босса, это автоматически 200 ГП. Я буду оборачиваться, я буду тыкать. Я увидел, там у вас в таргете леди, и вы получили ГП, если еще будет трэш живой. Все, пуляйте, все готовы. Куда мне? Влево, вправо подтягивать? Заднего и этих. Заднего баба подтягивает ДК там. С другой стороны. Да заливаем трэш быстренько. Смотрим паладины, слейте контроль. Ну трэш еще жив. Ребята, тут скелеты уже перерождаются. Демон там, Войд. Итак, Блад ДК в контроле. Законтрольте бревно ДК танка. Бля, фул прожимы отдал. Так. Этот самый. Смотрим, сейчас будет опять трэш. Играем в трэш. ДК на мою сторону. Встань танк. Вот этот. И тяни сюда одного моба сзади с лестницы. Играйте, добиваем трэш. Там со стороны протопала фул трэш живой, взрывается вон, по фул хп, блядь. Давайте добить трэш, скелет будет, юбка, убить юбку, законтролить своих. Законтрольте ретропала. Добили юбку. Со стороны протопала бить трэш, бейте пока босса, сейчас я... Если не будет убить там трэш, начнете играть в босса, получите в натуре ГП. Играем в трэш. Играйте активнее в трэш. Протопала сторона, слили капли, смотрим. Контроль раздаем своим. Сука, ДК, ты можешь подвести этого ебучего моба ко мне, прийти... Тянусь встать ко мне в трэш и притянуть его хваткой. Он начинает. Я уже начинаю ваше. Так кинь ему сало просто, он подбежит к тебе в притул. Стопните домах. Начинайте стопнуть. Стойте, не переводите. Сейчас. Вот трэш вышел, мы убьем трэш. Сыграем аккуратно.
Добиваем трэш со стороны протопала и со стороны ДК. Смотрим контроль своим, раздайте, законтрольте ДК, Саву и Оксану Амнистию. Переводим босса. На пул первый, на ДК Бурпи. Играем в трэш, протопал собирает трэш. Соберите трэш, дай войско, любой ДК. Войско дайте. Войско дайте, пока... Вот. На пул на меня еще. Дух Мелизона, смотрим, Мелизона дух пошел. Вот, отлично, захиливаем рейд, играем в босс. Дайте Геру, Гера откатила. Законтрольте своих, кота законтрольте быстро. Кот прыгает по рейду, ваншотит рейд. Вара тоже, ферните с Мелизона. Ахламончик, Берниш Лока в своем пати. Вот, давай на пул, играем в трэш, смотрим, духи сейчас будут. Играйте в трэш, активнее в трэш, духов не ловим, Мелизона дух идет. Играем в трэш. Сыграйте в трэш. Лапа предков, дай БР по охламончику, дух не ловим. Смотрим, контроль раздаем, присты готовим фир, там сова мертвая лежит у нас. Присты, готовьте фир. Расфирили. Расфирьте ретрик в контроле, маф в контроле. Законтрольте ретрика. На пол на бурпи дайте. На пол на бурпи. Давай, хантер. Диспельник тебя щитит с леди. Ну, продиспельте леди. Так, еще на пол на меня. И смотрим контроль, тихо. Законтрольте ВВ. За контроль. Закрой рот, пожалуйста, я не буду тебя перекликать. Законтрольте, пожалуйста, ханта, он сейчас по ваншоте трейд. Играйте в босса. Духи появились, смотрите за духами, ребята. Сбивайте косты, милики. Почему кроме меня никто эти косты не сбивает? Играем еще один трэш, убейте трэш. Дух, сова, Мелизона, дух. Убейте трэш сзади. Вон там два моба, добейте их и добьем босса. В принципе, можете добивать босса. Дух Мелизона, смотрим аккуратно. Законтрольте своих. Ресните воскресенье, блядь. Отказывайтесь от лута. Нахуй за весь лут говенный. Какой нас не нужен. Да-да. Сейчас, Войт, на, будешь раздавать лут, кстати. У тебя задержка, наверное, очень большая, потому что ты даже бьешь, когда уже убили. Это самое, давайте на трэш. Это у тебя задержка в РК, наверное. Этот самый, сейчас Войт, этот самый, смотрите. Экстримка, заходи магом. Рольте грудак, бесплатно это, без ГП. Так, в воскресенье мимо. Ролим плечо. Так, это мусор. А осколки он ролом, да, уходят? Дай пойти. Там осколков нет. Счастливый на осколок. Было осколки? Да нет, вроде. Два осколка было. Два осколка упало, счастливый забрал два осколка. Ну а кто этот самый? Кто там по очереди на осколке? Счастливый. Так, тихо. Туманите микролавы. Ну сейчас мы суманем на корабли. Там шея Друлевская, вам там нужна. Рольте. Ой, дай мне ассиста, пожалуйста. Да. Я тебе РЛА скинул. Поставь на себя лут. Вот поставлю. Там лапа предков ролит шею.
Отдай вон лапе предков за 10, за шею начисли 10%. Там не... Опишите в очередь на осколке. Ну так почему ты не ролишь пресс-точек? Можешь ролить тоже, в принципе. Очень просто. Рольте колечко. Ну, ты обисовая шея на ДЦ так-то. У тебя бис шея для ДЦ приста. Тапки рольте. Кожаные. Нужно кому-то на успех. Бесплатно. Там кожа. Никому не надо, все хорошо. Заперите шкаф, суманем это. Гутербола, микролабика. Шкафуйте, ребята. Я уже здесь. Так. Твой там поставил на себя лут? Я поставил. Короче, маги микролабик, ты ВРК, да? Экстримка? Да. Давай, короче, ты мне МК, я с Фуксу, с Фукс тебе. Так, 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 тихо, пожалуйста. Это, ты уже тут, Кирилл, да? Да. Чекаем на пул. Дайте каску по шаманам. Дайте футбол по рейду по камес. Берите джетпаки все, ребята. Пожалуйста, во время трая, блядь, прикройте нахуй рты и не флудите, потому что я не буду вас перекрикивать. Там вот кто-то, блядь, его законтролил, а он начинает там истерику какую-то устраивать в РК, блин. Дайте лапу. Я видел ВВ, я видел ВВ там, кстати, на танка роли, там написал в РК, если что, ну. Вон там, я линкану еще раз, там кого не было в РК, чтобы потом не было вопросов. Там первый вот это, там ВВ, там где 18-11-35, это ВВ написал. Вот это самое. Так, на пушке заняты, я кину пушки истерию сейчас, правой. Смотри, не подведи, кто тут счастливый, паладин. На истерию, разряжай. Готовимся, трэш. Трэш сразу заливайте. Синий трэш сразу. Желтых мобов хант напуливай на протопал. Если кто-то умрет на нашем корабле от трэша, ребята, вы получите ГП. Вас ребафать по 100 раз никто не будет. Давайте, вливайте трэш. Смотрим. Все, перелетели мы, охрет полетел быстренько. Перелетите побольше народа. Ребята, я вижу 4 человека бьют мага, бля, 5. Активнее перелетайте на этот корабль бить мага. Почему вы? Возвращаемся, рейд. Больше там совы, вон коты, блядь. Чё не перелетаем бить магов? Так, играйте аккуратно, Элвин. Там аккуратно сейчас трэшим, не бейте, все перелетели. Все перелетели на тот корабль, сливаем мага, быстро. Вот, сейчас я вижу, что его кто-то бьет немного. Хотя большая часть, вон, Элвин, веселый, в воскресенье, блядь, там, на том корабле тусуется. Нет, пушки починили просто. Они теперь меньше дамажат. Пушки старайтесь добить, разрядитесь.
все пушки разрядите пока что. Сейчас будет заморозка. Перелетаем рейд. Ну зачем ты под рожу перелетаешь? Дурачок совсем. Дайте БР там по лапе предкам, Охламончик Валера, пожалуйста. Либо небесный друид. Возвращайтесь, рейд. Она на нашем корабле. Что-что? На нашем корабле. КД 40 секунд. Она где умерла? На нашем канале. О, да, ладно. Подымите любой друид. Да какая разница, на нашем и не на нашем, нам на сурке все равно БР не нужны. Давайте к сурку быстренько. Кирилл, заходи на бревно. В воде за кольцом заходил, что? Да, да, но оно не упало, к сожалению. Кто у нас был? Счастливо. Да, давайте, ну, я только за, чтоб фастом, поэтому, ребята, я... Че, вчера посолка разходили, пацаны? Так, запилите шкаф, я запускаю сурка, как раз, Кирилл, ты перезайдешь, да? Я уже сейчас зайду, да. Заходи. Сколько вчера раз их было? Одна. Вас полтора часа охуярили, блядь. Да, блин, потому что вчера, блядь, были пиздатые напульщики, блядь. Я там просто протопалом охуевал на каждом трае, блядь. Что не трае, блядь, все. Там, блядь, я в натуре. Один Дима Джерри, он, блядь, он там пыхтел, походу. Лицом катал по клаве, блядь. Хан пишет, я напуливаю, когда трэш собрался в кучу, блядь. Думаю, заебись. Ну, а чё за... Чё, пикаешь шамана? Да-да-да, сейчас, секундочку. Пристабаф дайте. Дайте пристабаф лапу, инту, обновите бафы. На друиде нету бафов. Обновите бафы. Ребята, если трэш вырастет... Плевать, сколько вы набили в трэш, если меньше чем 100 тысяч, вы получите 200 гп. Трэш не должен расти. Стой, веселочка, стань вот тут, где стоит звездочка, чтобы босс не дергался для миликов. А то привыкли, ну, встаете как-то, блядь, криво. Длинноухий такой рост в пол, да. Вот этот самый, так. Гера с пула будет, да. На пул на бурпе ДК хорошенький, дай хан. После подготовки еще раз прожмешь на пул там. Когда прожмешь подготовку, у тебя КД слетит на пул. Вот, давайте домашки. Готовься, забирай паладин. Даю, дай, Ваня. Да, даю, проспал что-то. Готовимся, ребята. 3 секунды трэш, все играют. Магов это касается в первую очередь. Магов проверю в априори. Чтобы трэш не вырастал. Быстро по трэшу, я не вижу урон в трэше. Моб с фулл хп стоит. Вот, захиливайте ханта. Забирай ДК. Я говорю ДК, паладин забирай. Да я играю в трэш. Этот трэш надо еще быстрее сливать. Больше урона по трэшу. Больше не вижу урона в трэш. Играйте активнее. Больше урона по боссу. Забирай паладин.
Счастливого Хильтиха. А то у нас последний трэш сейчас будет. Играем в трэш. Играем в трэш активнее, милики все. Все, больше трэша не будем бить, играем чисто по боссу. Забирай по... Все, больше трэша не бьем, играем чисто в босса. Там любой ДК может дать войско. ДК дайте войско, любой. Протопал, собери трэш на себя, добивайте босса. Все, молодцы. Вот, лутай. С ДПСом какая-то хуйня. Нормально. А линканитик, что там? Нету реканка. 280 тысяч, что ты хочешь? Да, мало. Гапар, линкани ДПС. Это там паладин любой, прожмите бабл, откройте портал. Пиздец, в нормальном рейде бы минимум 20-ка была бы. Ну это, блин, ничего страшного. Ну тут много ребят раздетых просто. Это, портуйтесь все, порт открыт, ребята. Поезд надо кому-то. Можешь скинуть мне на распыл. Этот самый, давайте все на портал кричу. Пал, нихуя не агри, там зачем ты лезешь? Вроде. Ты делаешь много всего. Идите на портал кричу, ребята, весь рейд, это весь рейд касается, бегом причем. Пока одна валька тут только летит. Давайте я веду в центр. На портал кличу. Источник, если ты шмот получаешь на этого перса, то ты ЕП уже не получишь. Давайте быстренько в центр забегите. Точечно диспельте валькиру. Протопал, собирай мелкий трэш, отводи от вальки. Вторую вальку сагрили, ведите ее сюда в центр, мы ее тоже убьем. Веди сюда, ВВ. Давайте вторую валькиру, тоже точно так же, точечно. Вторую валькиру, быстро, точечно. Вторую валькиру, точечно, вливаем быстро, очень быстро. И диспелим ее точечно, маги, присты. Не ауешьте по трэшу, а играйте точечно валькиру, иначе мы сейчас вайпнемся. Диспельте валькиру. Давайте активнее. Теперь аккуратно с трэшем мелким. Вот, зауешьте трэш. Но в аккурат, без фанатизма. Добивайте последнего моба мелкого, молодцы. Кто там? Давайте этот самый, там копарь попросился отойти, идем на чумку. Играйте в трэш активнее. Про паладин веселочка. Не лезь вперед, батька, в пекло только. Домашний трэш. Добейте двух жирных. Сейчас заберем мелочь. Диспальте сейчас паладины и присты по рейду. Дайте мастан. Ну тебе не пен на этого, да, ну типа. Заведи, приставь гильдию. Вот.
Либо мы тебе дадим ГП за приста и ЕП на мага этого твоего в гильдии. Но лучше заведи приста в гильдию, чтобы прист был в гильдии. Если ты идешь чуваком, который не в ги, вот, то ты ничего не ролишь и получаешь ЕП на перса в ги. Либо ролишь как пук, соответственно, и не получаешь ЕП. Нет, каких ролишь как пух. Он получает ГП, ну, за шмотки, если что. Ну, никаких ролов там как пух. У нас ги рейд. Ну ты роль, короче, смотри. Ну, Дашая вон друиду надо было, ну, на офспек. Ну, у тебя бисовая шея на этого, на ДЦ. Тебе она ни о чем. Ну, типа, шея с кораблей, ну так пароль, типа, если она там никому не надо, то вот тебе даст, нет, вот. Ну, так начислишь ему там 10% на мага ГП за эту шею, ну. Да, магом в гильдии. У него маг в гильдии. Какой у тебя ник у мага? Не знаю, вот, маг. Не знаю, он в гильдии магом. Начисли ему 10%, если эта шея никому не нужна была. Диспельте по рейду. Диспельте калка. Вот, да и все. Никаких паролу не будет. Выйдите за дверь. Выйдите за дверь, чтобы вторую собаку не сагрить. Быстренько назад. Играем в собачку. Копарик подтягивается там. Там, кстати, если танки идут без АФК, получат, ну, плюс ЕП, блин. Хилы, короче, если мы не вайпнемся ни на одном боссе, получат плюс ЕП. Вот. РДДшки, которые дадут больше, чем 110 миллионов урона за инст, получат дополнительные ЕП. То 10 миллионов, это не есть много. Ну, милли РДД то же самое. Стойте на месте, не лезьте. Сейчас этот самый, убьем собаку, этот, Валера, охламончик, побежишь к гнилю на спринтах в коте, этот, и кот небесный, побежишь к тухлому тоже на спринтах, потом смените форму и вернетесь обратно без замедления. Вот, все, забирай протопал. Забери с меня собаку. Аккуратно, не влезьте по трэшу, пока вас не захилят. Не захиливайте меня. И давайте, бегите, запустите ивент, тех, кого я назвал. Все остальные стоят тут, ждем. Давайте, заулезли трэш быстренько, дайте мастан паладин любой. Давайте этот самый нагнили. На рейн становится. Так, сейчас я раскину пати. Подожди, Ваня, я релогин тут. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот ты пойдешь так. Смотрите сюда, ребятки. На рейн становится 3 ШП, хант. Две совы, это 6 человек, тогда Льеро 7, этот самый микролабик и S-Facts 7-8, ну я, ну и протопал 9, протопал Мелизону не подбегаешь, не, Саша небесный, релогис скорее, фокус, давай скорее. Да, грузится. Ну так 8, да, но один страховка. Ты будешь в мелизоне этот, слышишь? Да.
Хорошо. Льеру, ударение на ё. На е. Короче, вы поняли. Чек на баф, а чек на пол. Подожди, Ваня, загрузилось. Ну, скорее. Все. Хорошенько прохиливайте цели. ДЦ, почему ману не отпил? Ну все, пуляем. Маги, поставите на тухлом скол, там приз не мог отпить ману, потому что у него не было еды. Стерею ты дал? Даю истерию, но... Перебежали под задницу. Держимся в красном кружке, рейд. В красном кружочке. Кто в мелизоне стоит, прохиливаем рейндж, смотрим лужи. Там хант, отрыв. Сова, подвинься, дай ханты место. Наберите рейндж. Вторая сова тоже подвинься. Уступайте друг другу место. Прохиливайте там сов, прохиливайте и ханта. Там перебежали под задницу. Отведите слизни, чтобы не плевали с центра в рейд. Захиливаем рейд зону. Смотрим сейчас шипе, там совы, уходите. Уступайте друг другу место, повторюсь. Готовься, забирай большого с мелизоны. На рейд зоне. Забирай большого из центра, забирай большого. Протопал, забери большого с центра. Дайте гим на хп. ДЦ приз, дай гим на хп. Вот. Захиливайте, АДК веселочку хильте. Веселочку хильте, он блядь, сейчас большой будет в центре. Забирай большого. И будет взрыв сразу. Вы что, диспелили их или что, блин, я не пойму. Почему так много? Готовьтесь. Так, рейд. Готовимся, побежали со своих мест. Бегом, 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 бегом. На рейнже остаться, набрать рейндж друг от друга. Все шипы гимн на хп сливаем. Шипы гимны на хп быстро. Быстро не сбегаться, не сбегаться. Стоим. Сова, уходи, лужа. Там вар, уходи. Захильте вон. Вот. Давайте сбегаемся. Все, все, ну, те, кто на рендже остаются, все остальные сберитесь в мелизону. Готовься большого забирать с центра. Захиливайте. Забирай большого. Захиливайте альтею. Альтею хильте. Альтея в луже. Прожми уход в тень. Скинет замедление. Смотрим, блевота. Наберите рендж. Веселочку. Веселочку хильте. Лиеро, захиливаем лока. Лиеру. Захиливайте рейндж. Маги, совы, там двигайте шипешки, там лужа. Счастливый бабл, счастливый паладин бабл. Прожми паладин, вот, молодец. Давайте, добивайте босса. Смотрите, губительный газ, там рейндж. Держите, эрдрус, я захиливаю. Все отлично, добили. Молодцы. Гуди, как дела? Эйден, это кто, вар, что ли? Да, я фурик. Нихуя себе. Не матерись. Пардон? Давайте напихло быстро. Не матерись, сказал Каноп, да? Травка надо кому-то. Во-во, блядь. Это на офспек, а дай за 10 там. Можешь вообще бесплатно отдать, она никому не нужна. Реканите поглощение, лечение вот. Поглощения. Там этот самый, берите этот самый жертву, чтобы вы потом не доставали магов, что у вас нету этой еды, чтобы отпить ману. Вон маг поставил стол специально для вас. Давай, Вайдец, мы тебя ждем. Добегай.
Почему приз ДТЦ на четвертом месте? По абсурду. ДТЦ приз, слышишь? Потому что у него это две шмотки, это раз. И второе приз. Твоя задача вешать щиточки и кидать этот, молитва, я не помню, как она, там 5 стаков у нее. Остановление. О, исцеление, исцеление. Исцеление, и больше ни черта не делать. Ну, все, да. Ну, испытывайте еще и останки, давай, когда выиграем. Все готовы, пуляем. Да у нас очень хорошие хилы, там Калк, там вон Кирилл, этот шаман, длинноухий, я даю истерию. Они очень хорошо все играют, и этот самый, ну, там не суть, ДЦ раздеты еще, по сравнению. Пример, не ловится вам. Одну спору в мини-зону снесите, пожалуйста. Ой, ты тут? В мини-зоне нет. Иди, кто там второй подошел? Вот. Ну вот, будет ХПС, Кирилл. Захиливайте, захиливайте, амнистию хильте, ШП. Далеко она стоит. Он где-то далеко. Смотрите, спору. Одну длинноухого. Короче, кто умрет на едкой гнили, ребята, вы получите ГП. 200 ГП. Смотрите, блядь, ваше дело. Словились, так не словили, я не буду вас упрашивать. Вы просто получите ГП. Там я блевал, это не отмазка. Есть отмазка, я не словил стак, я мудак. Вы... Одну из мили-зоны вынеси. Одну из мили-зоны выбейте, пожалуйста, одна спора. Протопал, кинь мне каплю сейчас. Этот калк и холипалу кинь. Ой, протопалу кинешь каплю, короче, когда он заберет. У меня забирай протопал, забирай босса. Все отлично. Смотрим споры. Элвин, вынеси спору с мини-зоны. Элвин вар. Все, наберите РДДшки раньше друг от друга. Дашь сакру на взрыве, я скажу когда. Протопала хильки хорошенько, ребятки, пожалуйста. Все, можешь прожимать сакру, короче. Сакру, сакру. О, молодец, отлично. Отлично, захиливайте рейд. Что это было? Блядь. Как убила друида? Настя, ты стаунтила босса или что? Что это было? Ну, она в сове так-то, да? Ты что, бабл прожал или что? Ну, как это случилось вообще? Давайте добивайте босса, уже ничего не сносите. Короче, ничего страшного, сейчас резнем друида, это не проблема. По пути вынеси анафит, вынеси с мили-зоны, чтоб там не долбило по рейду. Добивайте, вот, молодцы. Смотрите, тапки упали, блядь. Альтея, бица. Альтея, поздравляю. Только вчера Альтея, помнишь, ты говорила про эти тапки? Спасибо. Да. Резните. Они на хила такие? Ну, они... Был кто-то с Алчата, ребята, смотрите. Смотрите ролл, 20, 50, 48. 8. Был бы кто-то с Алчата, эти тапки уже пошли в Алчат. По-любому. Ну, бля, там самый высший ролл 50, бля. Ну, его. Лучше возьмем вон пассажиров наших, бля, по 6 КГС, бля, наберем. Пускай ребята учатся играть. Запилите шкаф, сумоним Войда. И заходите на ивенты, быстро.
Вот, я тебя с ума не принимаю, сумму. Не заливайте трэш. Чем, блядь, ну, будем одевать кого-то с алчата? Ну, я считаю, это нормально, короче. Катись, я сыграл, что лучше с гильдии. Ну, блядь. Вчера тоже я билет, мне понравилось. Какой? Эдеска. Ну, что, вчера? Вчера что, вайпались или что? Да, бля, это был пиздец. Не спрашивай, я просто, ну, не могу нормальной мовой это писать. Сука. Там просто, ну, в натуре, я там паладином просто, я еще так никогда, блин, в натуре не рвал там, ну. Там просто это было нереальное что-то. Давайте этот самый, все к боссу отпиваем ману. Я надеюсь, шею придется с вами. Вот. Так, тихо, закройте рты, пожалуйста. Этот самый Виталий Кун. Ты в мелизоне будешь. Ты будешь ставить мелизону, чтобы она отлетала к РДДшкам, понял? Конечно. Ты шаришь как? Станешь. Ну, будешь ставить милики, будете бить и все Виталий Куни, короче, вали. Этот самый. Тогда что еще? По инерам Охламончик. Небесный, заливайте длинноухому. Этот самый лапа предков, заливай присточку ману там. Вот. Чек на баф и чек на пул. Там больше никому не надо заливать так-то. Хилы еще одно. В цель зеленого не сбегайте. Старайтесь, хилы вообще, когда там этот самый зеленый появляется, держаться где-то подальше от него, вот здесь, вот за рейдом, чтобы вы прохилили, ну, не то, что за рейдом, там, сзади всей РДД зоны, скажем так, чтобы вы доставали до мили зоны, но были на максимально дальнем рендже, и хилы в цель зеленого не сбегайте, чек на пул, хилы держитесь подальше от цели зеленого, вы должны стоять, прохиливать рейд, вот, ну, Кирилл, ты знаешь, куклу подхотуешь. Вот, первого не замедляешь, понял? Веселочка, не замедляешь первого этого уебля. Все, все готовы, я начинаю пул. Чему не передаем, пельмени не ловим. Я буду все проговаривать во время трая, ну, молчите, чтобы я вас не перекрикал. Будем стопать дамаг, поэтому свои бурсты не прожим. Ну тут. Все, стоп ДД, милики. Я все вижу. Вары, ретрики, педики. Вон. Слизень появился. Играем в слизня. Милики, стали Виталия Куна, звездочку. Милики в звездочку, чтобы вы отлетали куда надо. Если вас сейчас таргет выберет. Цель зеленого, сбегайте, спей лужу там. Вот, захиливаем, все. Отлично. Переводим профа. Переводим профа, допивай лужи, замедляй под конец каста, кстати. Красного замедли под конец каста. Вот. И с красным дебафом РДД уже играйте в красного. Зеленым дебафом оттянулись максимум к столу. Калк, хиль пока там. Играйте в слизни со своими дебафами, быстро. Цель зеленого больше народу. Станьте так, чтобы вас откинуло в центре. И отбегаете от зеленого. От зеленого максимальный рейндж. Отбежали все от зеленого. ШП, совы, кто там. Вот, отлично. В цель зеленого больше людей. Больше людей в цель зеленого. От зеленого максимальный рейндж. Обратно. Разбежались подальше. Он не замедлен. Разбегитесь. Вот там ретрик выбрал об тебя сейчас. Ты б сдох. Захиливайте рейд. Калка, захильте. Все, пельмени не ловим. Пельмешки не ловим, милики в танка, сейчас колбы будут. Милики в танка, станьте, сейчас будут колбы. Чтобы вы колбы не хапнули, чтобы не теряли ДПС. Вот, отлично. Играйте пока что, мили в профа будет появляться красный слизень. Пельмени не ловим, РДД хилы, смотрим внимательно, пельмешки не ловим. Аккуратненько.
красный появился. Все, все играют в красного. Милики, вас тоже это касается. Милики, свечите по красному, всем красному. Слава Богу. Вот. Отлично, пельмени не ловим, лужи полетели. Смотрим, сейчас будут колбы, милики в танка, в спину не долбите. Вот, допивай лужи. Пей лужи скорее, блядь. Почему, сука, у тебя три лужи, блядь, дурачок, блядь. Допивай лужи скорее, тут где зеленый. Играйте в зеленого. Кто достает, бей. Ты, сука, можешь выпить лужу под зеленым? Цель зеленого, больше народа, быстрее, 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 фулл дд в зеленого. Тупой, допивай лужи, опять вот три лужи, пей лужи, не стой на месте, мудак. Цель зеленого, больше людей, пельмени не ловите, пельмешки не ловим, аккуратно, ребятки. Пей лужи скорее. Захиливайте рейд, этот самый, Валера, дай БР помогу. А рей вот этот, зачем ты бежишь в колбы, дурачина? Смотрим, сейчас будет красный. Играйте в профамилики. Пельмени не ловим. Пельмешки не ловите. Передавайте чуму. Играйте в красного все. РДД милики, бейте босса пока. Сейчас будут колбы. Аккуратно, станьте в танка. Все, отвожу. Пельмени не ловим. Пельмешки не ловите. Три вместе летит, поймаете вайп. Аккуратно стопните дамаг. Подождем зеленого. Стоп, не бейте, не бейте. Ждем зеленого, ребята. Все, стоп. Играйте в зеленого. Встаньте, встаньте все и бейте зеленого. Убейте зеленого быстро. Профа не бейте. 1% и вайп. Давайте в зеленого активнее. В зеленого слизни, быстрее. Допивай лужи. Переводим профа. Проценте. Все, с зеленым дебафом к столу, с зеленым дебафом быстрее к столу. С зеленым дебафом к столу, с красным играем в красного РДДшки. Играем по своим слизням быстро, дайте геру, шаманы, геру, геру, геру. Бери, беги, приз, беги, беги, беги. Не туда бежишь, ну, во, убегай туда и хилься, беги, беги. Вот, отбежали от зеленого. Рейндж от зеленого слизня, зеленым дебафом. Посмотрели, в цель зеленого больше людей. От красного, смена цели. Готовьте боб, паладины. Да, да, стой, боб, стой, 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 приз на месте. Все, отлично, добивай. Играю в профа, пельмени не ловим. Там ДЦ поймал. Идите сюда. Аккуратненько. Просто я там сбежал со цели зеленого. Играйте в профа. Хильте веселочку. Пельмени не ловим. Пельмешки не ловим. Там этот самый. Держи 4 стака, если что, я заберу там, короче, тоже на четвертый. Там хилы захилят. Играйте по боссу активнее. Смотрите, милики в танка. Милики в танка, колбы будут. Не ловите колб. Захиливайте рейд. Это 4 стака будет, готовьте захилим чашку. Я забираю, я забираю. Все нормально. ДЦ, дай им на хп. Пельмени, не ловите. Все отлично. Рольте, Войт, разроливай лут. Этот самый, вот, повесь на меня СС, дай чему сюда, Виталик Кун. А, тут не передается, только в комнате. Рехните сейчас Виталик Куна. Тогда сразу бахните, Вара. Идемте все на лед. На лед идем. Покажите тут абсурд. Этот паладин, весёночка, тебя охота дурить, тут нехуй растягивать. Ну, я не знаю, что ты там делал, почему у тебя было три лужи. Ну, нехуй тут растягивать, на тебя закидывал хотами друид. У нас хороший друид. Идемте на лед. Не идите туда крови, блин, кто туда пошел? Не запустите там ивент, там квест еще есть. Не запустите там.
Эртру, не зайдите туда, идем на лед. Видите, никто даже не умирал. А не, умирал маг, кстати. Мага ребафните сразу на магии, блин. Ни каски, ни пристабафа, блин, ни хера, блин. Это не для ПВП, пуха. Давайте на трэш быстро. Подтягиваемся там. Все, кто кроме Войда, уже должны быть тут. Ну, Магона пойдет с ПВП. Меткость, потому что... Не, да это там последнее желание. А, я думал трубное кочанение там было. Где там дробяха последнее желание, типа танков стоит. А, я понял. Ее нет смысла юзать, короче, сейчас, потому что она уже все изжила. Играйте в звездочку быстро. Звездочку всем рейдам дружно, чтобы она не плодила. Ясно, блять, вы не умеете аккуратно. Играйте в звездочку. Потом сыграйте в печеньку. Потом сыграйте в кружочек. Дайте войско ДК. Вы не АУЕшите, нахуя вы АУЕшите? Я не понимаю вот смысл. Вы заливаете АУЕ, играйте метки, которые я поставил. Играйте в дроп. Прибежите. Играйте в печеньку быстренько. Печеньку и в ромбик. Миликом хильте хорошо, миликом прохиливаем, ребят. Дай сакру, протопаладин. Вы очень неаккуратно играете. У меня вот такая игра тупорылая. Поэтому мы и вайпаемся в РЭШ. Потому что вы играете как, ну, не очень хорошие ребята. Или ресните быстренько квадылупу и лапу предков. Быстрее, ребята. Паладин, врывайся туда, хант, напуль на паладина трэш. Не лезь туда, ВВ, нахера ты лезешь? Ты хочешь сдохнуть, умрешь, дам тебе ГП лично. На пульте, ханты, я вытяну одного. Играем в этого моба, быстро воительницу. Милики. Играем второго моба. Я дергаю для милика вон мобов по одному. РДДшки играйте там пачки эти. Все, добьете этого моба и зауешьте все остальное. Играйте аккуратно. Вот эти ребафы, это все задержки времени. Диспельте заморожение с ног у меня, пожалуйста. Ну, давайте, добивайте скорее трэш. В комнату никто не заходит, пока туда не зайдет крок. Пока крок не зайдет, никто в комнату не лезьте, иначе придется опять бить трэш. Стойте все здесь. Сейчас крок скажет там, что будет подкрепление. Ну все, давайте, заходим в комнату. Прожмите бурсты сейчас сразу. Как она только спустится, сразу бурстаните, они вам здесь не пригодятся. Играйте, Валькирию. Забегу немного наперед, ребята. Кто на синдре будет выбегать в сторону, там кастовать как-то криво с освобожденками, вы получите ГП. Понятно, там нету берсы, у нас времени вагон, поэтому, ну,
вот эти выбегания, они ни к чему хорошему не приводят. Поэтому будете стоять в рейде все в одной точечке. Бить глыбы, бить босса. А если освобожденка, будете дергать писюн. Поэтому, ну... Будем играть аккуратненько, будем вас учить командной игре. Нет. Да хорошо. Так, у кого есть пики в хилов? Плюс идите в рейд, ребятки, пожалуйста. Я ничего ты не как будто бы такая команда. Хорошо. Хорошо. Поставьте плюс в рейд, ребята, у кого есть лапа предков, давай в хила. Гваделупа, какой у тебя спек? ДЦ? Ну не надо тогда. Микролабик, ты куда? Я здесь. Ну просто ты оффнулся магом. Так, этот самый длинноухий, калк, листальк. Этот самый, пойдете в порталы, лапа предков и присточек, вы будете хилить рейд. Этот самый... Микролабик кидай на Калка МК, Воскресенье кидай на Длинновухова МК, Сфакс кидай на Листалка МК. Этот самый, что еще? Пахнет пока нормально. Этот самый, что я хотел. А, еще одно, ребятки, пожалуйста. Будьте добры, играйте по приоритету подавление, ледяной, огненный, волдырный и тогда жирный мудак. Виталий Кун, ты тут? Присточек, микролабик. Все тут. Все, начинаем, пуляем. Играйте быстренько по трэшу. Жирного лови, паладин. Играйте подавление, подавление, подавление. Жирного. Вот небесный кот там ковыряешь, умрешь, я тебе дам ГП. Вот то же самое вар Эйдан. Играйте волдырного. Сбить каст. Ледяного, играйте ледяного. Вот, я сбил ему каст. Кинул сало в каст. Последний момент. Ледяного червей зауешьте быстро. Дайте фростнову магии, кто может. Или огненного заливаем. Вот, отлично. Играем быстренько. Угу. Смотрим подавление. Третий раунд. Подавление справа сливайте и слева снизу, слева сверху много. Слева сверху много. Ледяной. Все, смотрим. Играем волдырного уже. Огненный. Сзади там приоритетная цель, ребята, быстренько огненного, там разгром сейчас будет. Ледяного каст сбивайте, там косты ледяным. Волдырный сзади идет, там у тебя протопал. Волдырного быстро раздамажь. Там вон я кину меточку вам. Кину меточку. Квадратик синий. Не летайте все за квадратиком. Играйте этот самый. В подавление, ребята, быстрее. После подавления слить ледяного с моей стороны. Волдырный зомби, скелет огненный. С моей стороны все. Давайте быстро, очень быстро. Волдырного добить, каст бейте волдырному, захильте мелизону. Червей зауешили быстро, захиливайте кота. Ледяного с своей стороны очень быстренько.
смотрим по трэшу. Подавление выходит, смотрим, где там. Подавление справа, сзади там вышло. Справа много его. Ледяного каст бей, паладин, ты можешь дать стан, ты можешь дать тарелку, щит этот в каст, ну. Играй там, нажимай немножко кнопки. Там этот огненный сзади, очень быстро. Огненный сзади, очень быстро его раздамажить. Червей, червей, этот самый воскресенье, приморозь там ноги. Вот молодец, молодец он, Антоша, красавчик. Смотрим, смотрим, смотрим. Еще одни порталы соберете, выйдете и захилите. Там это ледяного сливайте сразу. Подавление справа много. Справа очень много подавления. Ребята, играйте в подавление очень быстро. Играем в подавление активнее. Огненный с моей стороны. Ледяной тоже с моей стороны. Смотрим. Ледяной, волдырный с моей стороны. Играйте быстренько в трэш с моей стороны. Зауешьте червей. Дохиливайте босса. Этот самый Квадалупа, нося щиток, валю в таргет, гим на хп. Быстренько. Ледяной вышел, сбить каст, вары. Так, следующий гим на хп, амнистия Оксана, щиток нося, гим на хп. И потом Альтея, то же самое, щиток нося, валю в таргет, гим на хп. Смотрим, подавление справа, добейте быстро. Все, молодцы, отлично, превосходно, красавцы. Так, все на ивент, вот, лутай, раздавай лут. На ивент это Леро, Лок, сразу ставь шкаф там. Леро. Лера, хорошо. Кольцо на танк. Да, там на мейн он на танка ролит. Ой, тоже на мейн. Давайте быстренько. Все вниз, ребята. Лифт приехал. Оу. Кто там стоит? Кто там дуплится? Все быстро на ивент, ставьте шкаф ну, сразу. Да. Так, надо кому-то. Жезл. Жезл вон ДЦ можешь взять себе. Бисовый. У него серный поджигатель, конечно, ему это заебись было. Так, ВВ может отойти. Хорошо, давайте это, кто там? Вайда, сумоним. Встаньте все в уголок за стеночку. Кто даже отходит, встаньте в уголок за стеночку, чтобы на вас трэшник оставал, чтобы он сбегался в кучу, мы просто его зальем АОЕ. Сейчас там, будет АПК, что ты не натурал. Смотрите, будет сразу в уголочек пошел.